Пенсионеры, которым в сомнительных фирмах навязывают многотысячные кредиты, пытаются вернуть свои деньги. Ну вот, в общем-то, вот это вот помещение, где лопушат людей, то есть загоняют под проценты, будет чайком, наверное, да? Чайком будет вот в той комнате. Вы чем вообще, то есть руководствуетесь, когда вы приходите сюда, как бы устраиваться на работу? Это вот что-то ведет, да? Это вот не это чайок вы добавляете? Вообще не больная, да, опаивать старых женщин, если они реально откинутся? Или вы что думаете, я бабулек в подвале расчленяю? Почему банки через сомнительные фирмы так легко предоставляют кредиты, от которых потом так сложно избавиться? Подробнее об этом и не только сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.